Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне iPhone 8 Plus изменить обои. Разблокируем телефон, после чего заходим в настройки. Далее переходим в пункт «Обои», выбрать новые обои, давайте выберем статические, выбираем те, которые нам больше всего нравятся, и нажимаем «Установить», после чего выбираем на экран блокировки, на экран домой, либо же на оба экрана. Выходим, и как вы можете заметить, обои изменились. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!